Прямо сейчас у себя на экране вы видите промокод Йокин40, который дает 35% депозиту. Если вы закидываете 100 рублей, получаете 35. Можно закинуть 10 тысяч, получить 3500 и наслаждаться вдоволь открытием кейса. Ну или же вы сын маминой подруги, либо же имеете миллиончик лишний у себя за спиной, то можно пополнить на миллион и получить 350 тысяч на свой баланс. Думаю, это очень классно, круто. Можно вынести очень много скинчиков, а мы с вами, как обычно, переступаем к открытию кейсов. И не забывайте, что сам промокод находится в закрепленном комментарии под данным видеорекордингом, ну и ссылочка там тоже будет на сам сайт. Ну что ж, всем привет, меня как обычно зовут Йокин, Devs What's Up, мое стандартное приветствие, и конечно же вы снова видите мой фейс у себя на экране. В прошлом видеоролике, как вы могли помнить, мы с вами выбили эмочку Азимов за 11 тысяч рублей. Я ее, кстати, не продавал, я ее оставил здесь в инвентаре, объясняю почему. У нас сейчас баланс 1987 рублей и 8 копеек. Сегодняшняя моя задача — попробовать окупиться с лоу баланса, посмотреть конкретно, что мне может выпасть, как оно вообще может что-либо выпадать, потому что каждый ролик иметь по 100 тысяч, по 30 тысяч, либо 50 на балансе, это как-то слишком жирно. И хотелось бы вам показать, как можно отсюда выбить, даже это можно сказать, моя личная стратегия, какой-либо скинчик за 1008-7, например, какой-то ножичек. И понятное дело, мы приступим с вами сразу же с открытия чип Knife Mining. Мы сразу же открываем его быстро, и ничего не происходит. У нас на балансе 1300 рублей. Мы с вами не расстраиваемся и сразу же открываем Hyper Money. А на самом деле мне этот кейс больше всего нравится, потому что тут довольно-таки дорогие скины. Я почему так удивленно говорю? Я удивился, что М-ка теперь стоит 5000 рублей. И, кстати, нам дропается АВП скоростной зверь за 3000 рублей. Да и же, неплохо. Поэтому, знаете, я предлагаю данные скины все продавать и попробовать апнуть плюс 10 тысяч рублей. То бишь, нам надо 11 тысяч на балансе. Снова переходим к чип Knife Mining и пробуем отсюда выбить какой-то ножик. Скорее всего, мы будем продолжать Hyper Beast открывать, если же не получится там, например, за 2 или 3 открытия выбить какой-то хороший скинчик, мы перейдем к открытию, ну, скорее всего, Азимов майнинга, либо, может, какого-то механа Индастри. Все, 100% отсюда нам ничего нормального не дропается. Поэтому можно Сайрекс майнинг открыть, попробовать отсюда выбить либо М-ку, либо же М-ку, да, можно М-очка, неплохо. Сразу же, инста открываю чип Knife, видим, что нам ничего не выпадает. Еще раз открываем чип Knife майнинг. Как-то все печальненько получается. Предлагаю хроматическую операцию открыть. Я вижу, что АВП, хроматическая операция, выросла в цене. Она стоила, по-моему, сначала 600 рублей, потом 800, а теперь она стоит целых 1500 рублей. Ха, да есть же. Цены очень быстро растут. Я не понимаю, кстати, как в последнее время так сильно выросли скины в цене. Это довольно-таки неплохо. И то, что нам падает сейчас 2 Галила, тоже своеобразно. Спасибо. Ластовый раз открываем хроматическую операцию и переходим к next открытию другого майнинг кейса. Ливаем отсюда. Предлагаю Neon Rider. Что тут лежит? Калашик за 3000, так. Также неоновый гонщик за 866 рублей. Неплохо. Если мы калашик отсюда водропнем, мы можем снова пооткрывать чип Knife Mining. Почему бы и нет? Ножичек-то мы хотим. Хотим. Слово баланса. Слово баланса. Поэтому let's go открывать и пробовать что-либо отсюда выбить. Но что-то как-то, знаете, мне кажется, что мне придется все-таки продать эмочку. Скорее всего. Если сейчас отсюда ничего не дропнется. Ну нет. Ну дай что-то. Да есть же. Два калашика. 6600 мы имеем. Да есть же. Мы один продаем. Let's гиря. Открываем чип Knife Mining. Ой-ой-ой-ой-ой. Дим. Чип Knife Mining. Открываем. Два раза нам 100% хватит. Нож? Ножа нет. Хорошо. Нож? Ножа тоже нет. Да есть же. Хорошо. 9000. Итого, мы имеем нож за 9000, за 9300. Плюс мы еще имеем калашик за 3000. Мы апнули баланс. Плюс 10 тысяч, как мы хотели. Даже, по-моему, 11 тысяч. Да, халява. Я предлагаю продать калашик, оставить ножичек и попробовать сейчас перчатки выбить. По такой же схеме, как мы это все и делали. Мы не будем, наверное, доталово его открывать. Сейчас ластовый раз. Ага, перчаток нет, хорошо. Переходим сейчас к Азимов майнингу. Пробуем отсюда выбить что-то. Если не получается, переходим к другому. Выбиваем оттуда хороший скинчик. И скорее всего, попробуем выбить все-таки перчатки. Но я думаю, они должны дропнуться. Мы сколько их не выбивали? По-моему, 3 выпуска подряд, 4. Я сейчас не помню. Либо, прикиньте, АВП Азимов выпадает. Либо еще раз эмочка за 11 тысяч. Вот, хорошо. Калашик имеется. 3900. Пробуем перчатки выбить. Выбиваем перчатки. Прямо сейчас, проверяйте, падают перчаточки. Но почему, когда я это говорю, ничего не падает?
падают. Прямо сейчас перчатки. Да и же. Вот и перчатки наши подъехали. А второй раз можно? Много хочу, походу. Еще раз? Ну ладно, ладно. Не буду наглеть. Тоже неплохо. Знаете что? Я предлагаю зайти сейчас в апгрейд и апгрейдить эти перчатки. Да, да. Я предлагаю апгрейдить эти перчатки. Давайте на 1.5 попробуем. Вдруг выбьет. Хорошо. Да и же. 10 тысяч у нас еще плюсом. Имеем ножичек. Да ладно. Ну. Неплохо. Неплохо. Что у нас еще лежит? Давайте проверим. У нас теперь лежит 2 ножа. У нас очень много ширпотреба. И, по-моему, у нас лежит только М-ка. Больше у нас ничего не лежало. Да, у нас лежит М-ка и очень много. Прям очень много ширпотреба. Больше нечего продавать, к сожалению. Ладно, окей. Это мы все продадим. Я думаю, насколько у нас это? На 33 тысячи рублей. Если М-очку убрать, это у нас 25 тысяч рублей. Ну, по-моему, довольно-таки неплохо. Да, это прям очень неплохо, потому что у нас плюсом, сколько, 20 тысяч? 24 тысячи у нас плюсом от нынешнего баланса. Ну, там вот 23 получается. Поэтому я предлагаю прямо сейчас зайти в контракт и ножичек, который у нас есть, создать из него контракт. 9700. Ну, ладно, это минус, конечно, но минус 300 рублей не так уж и критично. Неплохо. У нас уже есть Desert Eagle. Может, еще можно дропнуть темочку АВП Азимов плюсом. Было бы, кстати, неплохо для окончания ролика. Давай, 3 раза открываем. Если не выпадает, все. Мы с него ливаем, ничего не забираем. Давайте последние 3 раза мы откроем. Если мы ничего не убиваем, ничего страшного. О, калашик. 100% мы его забираем. Я даже не буду его продавать. Еще раз. И ластовый раз мы выбиваем что-то. По 250. Тоже неплохо. Окей. Все у нас выходит на 36 148 рублей. Все. Всем спасибо за просмотр. Как обычно, с вами был Йокин. Не забываем про мой промокод, а также ссылку на сам сайт, который находится в закрепленном комментарии под данным видеорекордингом. Поэтому всем спасибо, всем пока и до скорых встреч.